Это тренажер на технику рук, на реакцию. Тренажер показывает, куда переместить шайбу, влево или вправо. Нужно переместить шайбу за синюю линию, и в одной серии у тебя 10 попыток. Тренажер работает только когда работают руки. Видите, он показывает среднее значение, а внизу оставшиеся попытки. Всегда все хаотично, то есть мы не знаем, в какую сторону моргнет стрелка. Вот, мы не знаем, когда она моргнет. Вот у меня новый рекорд, значит, мои руки быстрые на 0 секунд 86 сотых. Здесь один из наших самых интересных тренажеров, один из моих любимых, то есть на экране отмечены 8 зон, куда надо будет перемещать шайбу. Дается 20 секунд на выполнение боевой задачи. Желтым показывается, куда надо перенести шайбу. Справа мы видим количество набранных очков. Здесь идет время. И вот такое у нас развлечение. В итоге он показывает, насколько у тебя опять-таки быстрые руки. Это среднее значение перемещения от точки к точке. И основная задача, как можно больше набрать баллов за 20 секунд верным перемещением. Достаточно азартная вещь. Всем болельщикам Салават Юлаева рекомендую обязательно протестировать. Это очень интересно. А сейчас мы переходим к тренажеру, которого в России ни у кого нету. Это первый подобный тренажер в нашей стране. Запускается тренажер путем верной передачи влево или вправо. Дальше надо обыграть вот эти шайбы змейкой именно, вот, да, восьмерочками. И здесь подпустить, мы увидим, за сколько секунд ты прошел эту полосу препятствий. То есть вот я отдал пас. Раз, два, три. 5, 6 и здесь. И вот у меня 9 секунд.